Приветствую, уважаемые друзья! Вот моя машинка Mitsubishi Galant 85 года. Привожу ее в порядок. Ну, возник вопрос в том, что у меня не всегда срабатывает бендикс. Щелкает, а пятаки свою роль замыкания, включения стартера не выполняют. Ну, сейчас я разобрался и буду вам показывать. Снял стартер. Вот, и отсоединил, вот где находится у нас втягивающее устройство. Вот он имеет такой вид. Вопрос в том, как разобрать. Значит, на станке снимается вот эта вот завальцовка по кругу. Здесь еще есть два фиксатора, но они особой роли не играют. Затем паяльником отпаиваем вот эти вот два контакта. Один контакт и другой контакт. Нагрели, ударили, оно отлетает. Нагрели, ударили, оно отлетает. Затем снимаем сам аккуратненько вот эту вот пластмассовую часть. Я уже разобрал, понятно. Теперь вам это дело все покажу. Аккуратненько, дабы не оторвать вот здесь вот провода. Снимаем. Сейчас я сниму, продолжу. Вот снимаем. Здесь находится контактная группа. Ее необходимо вычистить. Вот эту группу контактную. Для этого крупная наждачка берется. Такая подложка какая-нибудь, сейчас покажу вам. Вот такая вот подложка. Да. И труднодоступным способом, но все-таки нужно вычищать. Кроме того, чистить вот эти все площадки контактной группы. Все, теперь возвращаемся сюда. Здесь у нас осматриваем, там вычищаем все. Снимается вот такая вот часть, следующая контактная группа. Значит, и она вот вставляется вот таким вот способом. На вот этот шток одевается такая же медная пластина, сверху пружина и фиксируется вот этим вот фиксатором. Не вот эта вот пружина, а это фиксируется вот так вот отдельно. Смысл в том, необходимо вот эту площадку всю, вот так вот она находится у нас, вот так вот, вот как оно разобрано было. Вот эта часть одевается, это фиксируется, затем пружина вот это одевается, и вот таким вот способом. Бить это, видно, да? Эта часть, шток одевается, контактная группа. Фиксируется пружина и крышка втягивающего устройства. Важно вот эту вот часть почистить. Чистил я ее вот на таком крупном напильнике, можно сказать, рашпиль. Можно просто перевернуть другой стороной, что я, в принципе, и сделаю. Машина 85 года, выработка произошла только, будем говорить, в этом году, 2002 год, посчитайте, сколько времени прошло. Так что я думаю, что на век еще будет достаточно. Вот и все. Сейчас соберу все это дело, поставлю на место, и у нас все будет работать. Всего доброго. Mitsubishi Galant 85 года. Двигатель 4G63, 2-литровый. Всего доброго.